солнце встало. Минь Ю. Пойду, пойду. Господин, я не ел 3 дня. Пойду. Убирайся отсюда, маленький разбойник. Я хочу есть. Вот, возьми, дай ему булочку. Спасибо, спасибо. Госпожа, госпожа! Я слышал, как вы играли на флейте. Я тоже хочу сделать пожертвование. Примите, пожалуйста. Спасибо. Прочь с дороги! Где живет врач? Здесь, недалеко, за углом. Доктор! Доктор! А где доктор? Это я. Нан? Нан, что с тобой? Положите его на кровать. Принесите воды. И спирт. В черной банке на полке. Свет. Это вы остановили кровотечение? Да. Вы молодец. Если бы он потерял больше крови, он бы не выжил. Надо наложить швы. Подержите его. Он может прыгнуть от боли. Давайте. Нан. Скоро ты будешь здоров.
Нан. Пускай спит. Дайте я посмотрю вашу руку. Все в порядке. Я посмотрю. Сядьте, надо смазать руку. Да не надо. Садитесь, садитесь. Все. Все? Спасибо. Это вам спасибо. Вы спасли Нана. Не говорите так. Нан был ранен. Любой поступил бы так же, как я. Эти всадники такие беспечные. Они не просто беспечные. Они совсем не думают о жителях города. Они даже не кормят нас. Лала? Мне пора идти. Возьми, это за лечение Нана. Как я могу это взять? Я знаю Нана с детства. Я не могла не помочь ему. Тогда купи ему еды. Но я... Я ухожу. Лола, пора есть. Я приготовила твой любимый мясной паштет и тушеную рыбу. Лола, кушай. А у меня много дел. Это последнее укрытие шпионов братства Шонга. Надо искать другое место. Вечная любовь? Что это значит? Лола, я нашла последнее укрытие шпионов братства Шонга. Я убила их всех. Кроме одного. Он до сих пор жив. Минью, ты слишком беззаботна. О ком ты говоришь? Это третий ученик Шонга. Ветер. Ветер? Он в городе близнецов? Не просто в городе. Он был в нашем доме. В нашем доме? Кто он?